Всем привет, ребята, меня зовут Дмитрий, это мое новое видео. Сегодня будем играть в Радужные друзья 2 опять. Если у нас будет реально 12, то будет вообще отлично. У 13. Но 11 игроков тоже нормально. Кстати, русский перевод появился. Взрывные меры безопасности. Уже... Пишет, типа, можете ли вы мне найти свет слов, типа, в каждом тематическом парке есть такой. Все, все проголосовали, так что погнали. Так, я собираю просто быстрее всех надо, потому что реально собирать. Я пошел ложить. Так, первый наш самый легкий, так что... В принципе, ничего такого нету. Вот уже убили. Так, я побежал, короче. Так, все, походу, этот мужик там все собрал. Ага, отлично. Так, не пробежал. А, ну легко. Зеленый вообще легкий. Это не синего может еще. А зеленый вообще легкий. Че ты сидишь здесь в коробке? Да, наконец-то, мужик, ты наше спасение. Сколько у меня уже монет? Нифига себе, 2470, я каждый день в Rainbow Friends играю. Вот такой я крутой. В кавычках. О, это, на самом деле, это был свет сос, я имею в виду, вау, ребята, вы должны... Я не успела читать. Это... Синий? О, нет. Это было ошибкой. А, блин. Я забыл проголосовать. Все, погнали. Нас шестеро. Капец. О. Не, ну убирать вот этого от мужика по имени Желтый, по-моему, это вообще тупо. Как-то. Ну что от него он сам легкий. Что спрятаться в этом, в этой фигне. О, боже мой, ну ё-моё. Ставь лайк, если вам тоже в катках любые попадаются. И дайте угадаю, зеленый здесь. А там еще этот желтый. Жучара. И что, я в ловушке? О, молодцы, 10 баллонов собрали. Газовые баллоны. Блин, я не могу подойти к нему нормально. О, май гад! Повезло. Ну это, конечно, вообще капец, повезло. Так, я голосую, короче. Будем надеяться, что это сработает. Нифига, я тебе скажу, сработает это. Что за... А, ну это на время, но... Я знаю то, что можно же здесь не собирать. Вообще, с желтым уровни легкие. Да и с голубым тоже, в принципе. В принципе, тоже. Ладно, давайте попробуем еще раз. Соберите всех этих луки, которые вы только что выпустили, и я позволю старику. И на этот, раз таймер. Окей. Да, ветеран один, это я проходил вторую часть, видите? А первую мне лень было просто проходить, поэтому я... Так, все, ура, наконец-то. Сейчас я такой влезаю, там синий. Слава богу, все нормально. Сколько у нас осталось? Трое. Хорошо, что не двое. Отличная работа. Сейчас все пропустят. Сейчас этот голубой еще будет. Все, погнали. Собираем сахары. Положу один.
Здесь. Это здесь голубой. Ну, голубой, в принципе, тоже легкий. Ну вот. Блин. Голубой. Ну вот. Кроме меня, отлично. Не, это голубой реально прикольно. Мне кажется, самый любимый этот персонаж. Да, прикольно, крутой. О, осталось две последние у меня. Отлично, имба. Хорошо-то как. Мы прошли. Все. Последний раунд. Пока мы сейчас этого мутанта. Пройдем игру, наконец-то, ура. Пропустить. Чё ты речь не пропускаешь? Чё ты в шкаф? Вот кто здесь. Этот футуристик вообще не проходил игру ни разу. Хода и первую часть тоже не проходил. Который даже друзей любит, и ты по его майке задней видно. Ой, ё-моё, я вперед, короче. Не, сюда. Всем привет, выбери тележку и садись. Мы уже выбрали ее. Как раз таки. Сейчас будет, правда, долгое путешествие, но окей. А этот футуристик, скорее всего, сдохнет. Конечно, чтобы выбрать свой путь. Я буду по старинке ехать туда. Всегда. Он не повернул. А ты куда выберешь сюда? Молодец. За мной. Кто-то, может, куда-то вообще поехал в другую сторону. А, нифига себе, это раньше. А, потому что он первый ехал, так одинаково, мне кажется. Наконец-то безопасно, ты не сможешь упасть. Ну да. И правда. А сейчас на загрязь можно упасть, мне интересно? Сейчас будет жестко-жестко. Ну не жестко, правда, у меня уже руки вспотели. Типа вообще что делать, если на него дотронуться? Или походу до него нельзя дотронуться? Пхутуристик. Или этот пхутуристик? Сейчас вылезет голубой мой любимый. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш у вас любимый монстр. Имба музыка. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Оранжевый, здорово. Ну вообще есть тесная игра изи вообще. На вагонетках это я вообще не понимаю. Как там проигрывать? О, сейчас будет вообще имба. Вау. Над парком ездим. Интересно, они сдохли там уже все? Если бы вначале было так же быстро, а сейчас... Пон. Я помню сюда. Спасибо за визит. Да ничего. Ты не же, не, блин. Только работники на стадии строителей. Чё? Ура!